Выпускники университетской школы, прибывшие из Лисичанска в январе этого года, возвращаются к себе домой. Период их пребывания в Елабуге составил ровно полгода. За это время ребята освоили программу 11 класса, сдали экзамены, получили аттестаты и даже успели подать заявление в высшие учебные заведения. Накануне в стенах университетской школы состоялась торжественная церемония, в ходе которой ребята попрощались со всеми, кто оказывал им поддержку на протяжении 6 месяцев. Сегодня очень приятная встреча. Видеть вас вновь всех вместе в этом зале и в стенах родной уже школы. Да, действительно, позади те трудные минуты, но впереди... Можно сказать, еще больше интересных событий. Я очень надеюсь, что то гостеприимство, которое оказано Еленой Ефимовной и ее педагогическим составом, вас подкупает остаться здесь больше, дальше и вместе также продолжать учебу уже в институте. В ходе церемонии преподавателям университетской школы были вручены почетные грамоты от Министерства образования и науки Республики Татарстан, а сотрудникам Елабужского института – благодарственные письма. Также выпускникам школы вручили памятные подарки – книги об истории Елабуги, авторства Ивана Васильевича Шишкина. Я очень рада, что я сюда попала, что у меня появилась возможность закончить 11 класс, провести хорошо выпускной, получить хорошее образование и продолжать дальше строить какие-то свои планы. Сейчас такие ощущения, они смешаны, не хочется расставаться, тут мы уже как у себя дома. Все у нас тут знакомые, есть друзья, подруги, ну и так далее. Я поступаю в Набережные Челны на факультет строительства. Но обязательно приеду в Елабугу к своим знакомым, да. Тут я научился готовить татарскую кухню, элеш, эшпачмак. Ну, тут очень вкусно. Я не ожидал, ни разу такого не пробовал. Возвращение домой в Лисичанск подарит ребятам возможность увидеться со своими близкими и набраться сил перед новым учебным годом. Уже через месяц они снова вернутся в Татарстан. Ведь большинство из них приняли решение продолжить обучение в вузах республики. И почти половина из них с 1 сентября станет студентами Елабужского института КФУ. Маргарита Михайлова, Елабужский институт Казанского федерального университета. Универньюз.